значит, я уже понял, что у нас тут обычное дело наобещать, и вот потом такие памятники импотенции власти у нас по области разбросаны. Вот, но мы с этим будем заканчивать. Вы скажите, что сейчас нужно сделать, чтобы дом был достроен? Так начал рабочую планерку долгостроев Савина в РИО губернатора Станислав Воскресенский. Подрядчики из Северодвинска отмечают, чтобы дом построить, нужно согласовать проектную документацию, предусмотреть в ней дополнительные работы, которые не были учтены в первоначальном проекте. Соответственно, вырастет и сметная стоимость. У нас, к сожалению, тренд – это вот два дома ставят по переселению, там тоже была задержка полтора года сдачи. То есть это как бы системная проблема, не только здесь, допустим, я говорил, что… Ну, а мне кажется, подрядчикам сейчас надо конкретно сроки сказать просто, ребята, и все. Напомним, этот дом возводят в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Его смело можно назвать несчастливым. То подрядчику идет с объекта, то у следующего не хватит средств. Сроки постоянно съезжают, федеральные власти негодуют. Свою проверку начали и активисты Народного фронта. Внутри постройки разброд и шатание. Новых квартир взамен разрушающимся и аварийным ждут 74 человека. В паспорте объекта оптимистично указано, что дом будет сдан в эксплуатацию в марте 2018-го. Увы, это обещание при всей заинтересованности властей выполнено не будет. И сегодня к вечеру мне дайте детальный план. Как вы собираетесь это доставить и какие есть развилки по деньгам? Что нам нужно сделать, чтобы дом достроить? Ну, ребят, ну это позорище. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Савино.